Члены клуба ветеранов нашего города, пенсионеры, а также жители с ограниченными возможностями приняли участие в осеннем бальном вечере. Мероприятие состоялось в Дворце культуры города. Наши инвалиды, пенсионеры, конечно, очень ждут такого общения, потому что это и показать себя, рассказать стихи. Они у нас есть, кто пишет свои собственные стихотворения, поют. И такое общение им необходимо. Это социализация в обществе. Общение поднимает немножко уровень развития и... Пенсионер, который одинокий, для него такие встречи – это как бы жизненно важно. На мероприятии пенсионеры не только продемонстрировали одежду, но и подарили собравшимся хорошее настроение. Многие пытались связать свои наряды с темой «желтой осени». 68-летняя Татьяна Каштанова отмечает, что подобные мероприятия в их возрасте по-настоящему важны. Очень важны, потому что многие, значит, пенсионеры, когда уходят на пенсию, то не хватает им общения. Многие живут по одному. Вот я живу, допустим, одна живу. И общение сразу сокращается. На работу не ходим, никуда не ходим. Тут в связи с пандемией вообще никуда не выезжать не стали, не ходить. И вот организовали такое вот мероприятие, где можно собраться, место выбрали, место нам дали, что можно собраться, потанцевать, подвигаться, одеться красиво. Куда-то можно выйти, нарядиться. В планах у клуба создание кружков пения и танцев. Подобные большие мероприятия, по словам Ярославы Косулиной, будут проходить каждый квартал. Юлия Исланова, Акир Кебалкибекова, Сергей Баданин, новости Темиртау.